Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас в городе-курорте Анапа, поселок Витязь. Сегодня мы смотрим гостевой дом с бассейном 1,3 до моря по Паралли и также по улице Мира. Это частный сектор, тихая территория, здесь отдыхать просто великолепно. И в этом гостевом доме отдохнуло уже очень много моих подписчиков, причем даже самых старых. Это был один из первых гостевых домов, который я вообще снял на обзоре на своем канале. У нас 250 тысяч подписчиков, и мы сегодня с вами смотрим гостевой дом Приморской 8А. Она сладкая, у нас сегодня будет Паралия. Гостевой дом угловой. Здесь по фасаду ставятся машины, туда залево ставятся машины. В общем, парковочных мест здесь вот так. Есть там даже рядышком охраняемая парковка, 100 рублей в день с машины, если вдруг вы не хотите оставлять на улице. Территория гостевого дома закрытая, то есть вы можете спокойно отпустить деток на прогулки. Там гостевой двухэтажный, и он разделен как бы на две части. Есть двухместные, трехместные и четырехместные номера. Здесь очень интересное расположение тем, что есть у нас вот такая вот солнечная сторона, и с другой стороны вам покажу сейчас вторую часть двора. Есть номера, которые выходят именно на эту сторону, есть те, которые на ту сторону. Вы можете себе выбирать ту сторону, которая вам подойдет. На входе есть такая вот скамеечка, посидеть со столиком вместе. Детская зона, детские игрушки, батуты, можно попрыгать, детская горка. Также есть песочница, чтобы детки всегда разминали ваши пальчики с песочком. Очень много красивейших роз, представляете, какой здесь стоит аромат. Мангальных зон 2, это одна из них. Есть лежаки, бассейнчик каркасный. Здесь идет сейчас фильтрация водички, можете увидеть. То есть все работает в полном объеме. Также есть во дворе столики. Если надо, вы ставите все зонтиком и отдыхаете. Спасибо, приятного аппетита. Пару слов, как вам здесь отдыхается? С какого города к нам приехали? Коломна. Коломна, все привет. А до моря далеко? С детьми, Тима? О, что-то быстро, даже 2 ГИС говорит 15. Это приятно пройти, поэтому близко и не стали брать, чтобы немножко. Все хорошо. В целом, гостевым домом довольны? Это прекрасно. Хорошего отдыха, спасибо большое. Есть две кухни в этом гостевом доме. Одна кухонная зона у нас на первом этаже находится здесь. Есть все наборы для приготовления пищи, газовая плита, посуда, холодильники и вторая на втором этаже. Маши ручкой, привет, солнышко, спасибо. Всей семьей меня смотрит, как приятно. То есть тут до сих пор отдыхают в этом гостевом доме мои подписчики, это приятно. На первый этаж вообще удобно вот так с детками приехать на отдых, и они бац, такие сразу вышли во двор гулять. Давайте сразу, перед тем, как смотреть вторую часть территории, зайдем в один из номеров, четырехместный номер. Заходим. Есть место для хранения, сплит-система, номер. Вот. 4 кровати, 2-спальная и 2-1-спальные. Есть прикроватная тумбочка и телевизор. И еще одна прикроватная тумбочка. Вид на номер с другой стороны. Место для хранения выглядит вот так. Здесь есть санузел, туалет, раковина и открытая душевая. Стоимость отдыха 600 рублей с человека. То есть этот номер будет стоить 2400 рублей. И это пик сезона. Если вы приезжаете на много дней, попробуйте поторговаться, попросить какую-нибудь скидочку. В гостевом доме 2 входа и есть проход сквозь него. То есть можете выйти, пройти через двор, либо здесь через сквозь сам гостевой дом. Здесь имеется зона отдыха. На территории гостевого дома работает Wi-Fi, ну это как бы ресепшн. Также есть телевизор, здесь плит-система для отдыха, разные игры. Сегодня сюда привезут и установят стол для настольного тенниса. Выходим во вторую часть двора. Вы можете увидеть, что здесь больше тенечка. Если, допустим, вы не хотите жариться на солнышке, можете приехать, допустим, и выбрать эту сторону для отдыха. Очень клево. Таких гостевых домов, честно, у нас в Витязи, вот я сколько я снимаю, чтобы два дворика раздельных я не видел. Здесь люди также садятся, можно посушить свои вещи. Мы идем под виноградной лозой. И что может быть круче такого отдыха именно у нас? И еще одна мангальная зона здесь присутствует. Вход на второй этаж только с этой стороны двора. И наверху еще одна кухня. Важно обратить внимание, что лестница не металл, она не шумит. Важное такое уточнение. И поднимаемся наверх. Здесь, чтобы не таскать вверх-вниз, есть вот куча столиков, здравствуйте, на которые вы можете прийти, приготовить себе покушать, а также зона приготовления пищи. Та же газовая плита, холодильники, чайники. Если надо, можете взять все стулики, поставить рядом с номерами. Этим девушкам поднял настроение внезапной съемкой. Здесь есть две
прикроватной тумбочке, телевизор и сплит-система. Также место для хранения и двухспальная кровать. Место для хранения выглядит вот так. Номер стоит 1200 рублей. И в нем есть даже санузел. Пожалуйста, унитаз, раковина, душевая зона. Если вы приехали не в романтическое путешествие, вам вполне подойдет номер с двумя раздельными кроватями. Наполнение примерно такое же, только кроватки стоят отдельно. Здесь есть сплит-система, также есть телевизор, есть место для хранения, тумбочка прикроватная, шкаф выглядит вот так. Санузел, туалет, раковина и душевая. Второй этаж, номера, которые выходят на ту сторону, они точно идентичны этим. Повторяться не будем, чтобы не тянуть ваше время. Единственное различие, здесь вид вот такой вот на виноградник, ну а здесь солнечная сторона и можно увидеть вот такой прекрасный вид на двор. А там, как говорится, выбор только за вами. Хотите солнце, выбирайте эту сторону, хотите в тенечке. Смотрим, здесь у нас вариант трехместный, двухспальная кровать и односпальная. Стоимость такого номера, как вы понимаете, будет 1800 рублей, вот без всяких заморочек, по 600 с человека и все. Есть телевизор, сплит-система, место для хранения. Шкаф выглядит вот так. Санузел вот так вот за поворотом здесь находится. Видим здесь унитаз, раковина и душевой поддон. Такой вот четырехместный номер, тоже немножко другого формата. Здесь есть сплит-система, телевизор, одна кровать, вторая и двухспальная. Также есть место для хранения, прикроватных тумбочки две и санузел. Наполнение санузла, это раковина, зеркало, душевой поддон и туалет. Стоимость четырехместного 2400 рублей. Что, друзья, отправляем? Отправляемся на море. Обзоры стараюсь сделать максимально сжато, компактно. Если вам какой-то информации не хватает, пишите. Я стараюсь все самое важное впихнуть. То есть, ну, если вы что-то посоветуете в комментариях, буду вам благодарен. Читаю их все. И, ребят, если это не ваш вариант, там не нравится цена или еще что-то, вы можете написать просто благодарность за обзор, что вы эту информацию получили дистанционно, а не приехав как бы на место. Те люди, которые выбирают мои гостевые дома, еще ни один не написал: Юра, вы показали одно, а по факту другое. Мы делаем честные обзоры, а не рекламой занимаемся. До моря, как я и говорил, здесь 1,3 километра заявлено. 2GIS показывает, что идти где-то минут 14. Склонны верить. Вот гостевой дом. Поворачиваем сюда, на том повороте. А здесь поворачиваем налево. Хотя мы можем выйти через ту сторону, повернуть направо и уйти по улице Мира. А там вообще дойти до дальних пляжей. В общем, как вам удобно, друзья. Место очень хорошее для дислокации с автомобилем. То есть парковка обширная, бесплатная. И вы можете ездить, допустим, здесь без пробок на нашей дальней пляже. Что основная пробка здесь скапливается именно на Паралии. Рассмотрите этот вариант, тем более по деньгам очень классно. Мы вышли на Черноморскую, и вот вам, пожалуйста, она Паралия. Здесь, ребята, продают меха, плетут косички. Инфраструктура вся нужная. Туда один квартал находится КБ. По-моему, три квартала находится магазин «Магнит». Столовых, разных разливаек в этих местах просто нереальное количество. Центральная аллея, ведущая к морю. Врываемся вместе с вами туда, где шумит волна. Чудо только не продают, друзья мои. Ярмарки меда, банкоматы. Все также в доступности по пути. Здесь много магазинов именно винных разных. Аптека. Как приятно видеть новый заезд. Он приезжают люди к нам на отдых. Великолепно. Магазин продукты. Семья идет, говорит, только с утра вас смотрели. От души, ребят, всем спасибо за добрые слова. Это нереально приятно. Подходим к Паралии. Одна столовая, вторая столовая. Дальше еще просто миллион столовых. Быстрые закуски. И видите, что здесь работает у нас светофор, чтобы безопасно перейти дорогу. Ну, а здесь столовая номер один. Смотрите, лампочки нам делают красивые. И смотрим. Допустим, шашлыки. Можно видеть, почему здесь можно приобрести. Столовая работает на высшем уровне. То есть, видите, есть салфетки, подносики. Даже можно взять такую тарелочку под ложки и хлебушек. Поехали по ценам. Смотрим, что почем предлагают. Есть пирожные разнообразные. Есть арбузик, даже дымки нарезанные, помидорный салат, салат те же капусты 75, цикл манья 75, огурцы 75, окрошка 90, разные клубники, миски, это, я понимаю, соус белый, красный, оливье 5, греческий 130, мимоза с соусом 120, сеть волшебой 110, цезарь с курицей 160, снежный краб 100, сметана, майонез, горчица по 30 рублей. Первые блюда: суп, лапша 85, борщ 75, солянка 120, харчо 110 рублей. Все за стеклом. Яичница 35, яйцо отварное 30, сосиска 45, ролл с курицей 120, ролл с лососем 180, каша овсяная 60, каша дружба
60. Вот так вот выглядят роллы. Смотрим дальше. Омлет 50, горбуша запеченная с овощами 120, лосось 270, форель радужная 140, а окорочок запеченный 82 за 100 грамм. Это, кстати, ценники все за 100 грамм. Блины 50 рублей штука, с мясом 50 и кексадилья за 80. Сырники 155 рублей, 2 штучки плюс сгущеночка. Продается запеканка 70 рублей 100 грамм, отбивная из курицы 110 рублей 100 грамм, отбивная из свинины 120 рублей 100 грамм, индейка рубленная с ананасом 110 рублей 100 грамм, плов из индейки 150 рублей 200 грамм, котлета домашняя 93, котлета из курицы 88, тефтели 110 рублей 2 штуки, есть вот такие вот грибочки, гарниры, рис 55 рублей 130 грамм, макароны 55 рублей 130 грамм, гречка 55 рублей 130 грамм, пюре 65 рублей 130 грамм, картофель по-деревенски 60 рублей 150 грамм, грибы запеченные 80 рублей 100 грамм и овощи запеченные 65 рублей 100 грамм, брокколи 95 рублей 100 грамм. Ну вот так вот все меню. Лепешка по 50, сухари по 35. Есть еще барная стойка, нам это особо не интересно. Кафе пользуется очень большой популярностью. Даже сейчас, вот рано утром, здесь уже много людей, которые пришли позавтракать. Включился светофор, и мы, друзья, побежали. В ту сторону можно увидеть, что уже пробочки организуют. Как раз таки то, о чем мы говорили. Если отдыхать в том гостевом доме, то вы будете выезжать по улице Мира и уезжать вправо. И вам будет это очень удобно. Выходим на Паралею. Самое главное место пребывания наших отдыхающих. И днем, и вечером она шумит, гудит и привлекает всех подряд, чтобы люди отдыхали, деньги тратили и настроение себе поднимали. Место притяжения, сопряжения души и судеб. Здесь, смотрите, с левой стороны работают экскурсии. Советую там Людмила Владимировна предоставить вам самые лучшие эмоции на отдыхе. Здесь можно увидеть, что у нас есть кафе «Лада». Мы сюда часто заходим по вечерам. Ну, а с левой стороны у нас уже работает парк аттракционов там. Замок страха. Это хотел сходить, до сих пор еще там не побывал. Надеюсь, что буду. Здесь, друзья, вот пицца, бургер, шаурма. Шаурма там пробовал. Вот такая. Столовых здесь просто очень много. И когда вы приходите на какие-то точки, вы всегда уточняете конечную стоимость товаров, чтобы поняли вообще, сколько вам придется отдать денег. Потому что бывает очень по-разному. На самом деле, вы приходите, вам заряжают конечную стоимость такую, что вам становится страшно. Мы прошли столовая Византия. Есть кисмис-бар, есть фрегат-кафе. Там гавана-мама-клуб. В этом году путешествуем по всем этим местам. Шашлык у нас в этом году начинается от 47 рублей. Но смотрите, в каком формате вам его предлагают. У вас не было вопросов, потому что они иногда возникают. Почему где-то в одном месте там 47, в другом там 120. Ну, пробуйте, смотрите. Я не эксперт в этом деле. Я ем в тех местах, которые вы видите постоянно на эфирах. Их я могу вам прям от души советовать. С левой стороны кафе «Причал». С правой стороны у нас Роман сегодня. Слушайте, 9 утра, Рома не работает. Рома, блинчики хотим на завтрак. Итак, ребята, кафе «Причал». Здесь мы приходим потанцевать. И здесь прям классно проводить время, особенно по вечерам. Хинкальная. Мы в этом году впервые проводили такой конкурс на поедание. Сейчас у нас есть много заведений, которые предлагают нам повторить с ихними блюдами. Я думаю, что в ближайшее время мы что-нибудь совершим обязательно. Здесь они открыли новое место для выпечки. Говорят, за несколько минут готовят хачапури по-аджарски. В общем, движ есть, люди есть на Паралее. И это очень радует. Столовая «Якорь». Хорошее место. Мне тут нравится. Мне хозяйка готовит очень вкусный натуральный кофе. С правой стороны кафе «Ван». Мы в этом году здесь танцевали. Вот в «Якоре» мы сейчас с вами тоже можем пройти, глянуть ценники, что почем. Видите, ребят, все уже подписано. И здесь все видно. Если что, ставьте на паузу. Есть комплексный обед за 200 рублей. Можно его пойти поесть. И вот большущий выбор разнообразных блюд. Прекрасненько и классненько. Выбор очень большущий, ребята. Работает вентилятор, всех отпугивает, и люди сидят, едят. Разнообразных торговых павильонов здесь просто миллион. Вот, допустим, фрукты и овощи я могу вам рекомендовать пройти квартал туда и на Южном кольце вам их прикупить. Ценников, честно, нигде нету. Хотя нет, вот персики по 160, есть яблоки по 130, нектарин 150. Появляются потихонечку, это радует. Можете видеть, тоже продают разнообразные сладости, готовят шаурму, ребята. И мы выходим на площадь перед кафе
кафе «Встречи» и кафе «Люксором». Здесь у нас отдыхает «Меридиан», all inclusive разнообразные. И людей здесь как бы, ну, очень много, как кипит паралия. Сегодня все, возможно, должно быть на море. Сегодня понедельник, уехал край. Но людей здесь всегда, как говорится, очень много. Я просто очень большое количество времени провел на паралии. Призываю приходить на разнообразные там свои фотосессии. Вот здесь стоял, в этом месте. Я всегда рассказываю только про то. В «Люксора» был я 2 года. Работал именно на призыв людей на фотографии. Потом вот в районе Ориона. Потом ушел просто в интернет и в Инстаграм. Работает, смотрите, пицца, шаурма, вина «Витязева» с правой стороны, грин-бар. Много разнообразных заведений. Просто походите, посмотрите по ценникам. Выбирайте на свой вкус. Там либо по нашим рекомендациям можете ходить. Мы уже за вас, как говорится, это сделали. Пришли, цены все показали, чтобы вам было удобно. То же самое кафе «Встреча» тоже очень многим нравится. «Орион», столовая есть, шашлыки по 47 рублей, пожалуйста. Квас, лимонад, курортный роман, разнообразный курортный ассортимент всяких на выбор. Лимонады вообще практически везде. И кафе «Орион» приглашает вас. Здесь девушка с самыми красивыми глазами. Ребят, хотел постричься, а там такая очередь. Косички плетутся, подстригаются у ребят. Место красоты. В общем, пролетает Юра. Китайка. Слоны. По вечерам их нарядили и просят друзья денег на них фотографироваться. Очки жарят шашлычки. И есть еще столовая китайка. Мест действительно, чтобы поесть, хватит абсолютно на всех. Но сейчас основная масса людей направлена непосредственно к морю. Кафе «Веранда» здесь, вообще «Олимп» кафе. В общем, друзья, очень много всего. Я, честно, устал уже рассказывать. Но «Орли» – это место, на котором надо побывать. И здесь прям чувствуешь себя в толче, знаете, прям в отдыхе, прям классно. Хотите более свободный проход на мир, хотите еще свободный – езжайте на дальние пляжи. Каждому свой отдых. И самое главное, что есть возможность выбора разнообразный. Достопримечательностью поселка Витязева является, друзья, наличие нашего аквапарка с левой стороны. Прокат разнообразных машинок. Кафе «Викториум». Это кафе у моря. Веранда с пальмами сверху, где можно посидеть, поесть прекрасным видом. Разнообразные сладости, выпечка. Кукуруза уже по 60. Кафе-столовая «Софина». Копченая рыба продается в больших объемах. С правой стороны тоже косички, раки, креветки. Пончики сладкие, прекрасные. Что, ты уволил свою жену, что ли? Как я мог уволить? Привет. Приветствую, хорошая работа. Хвалят вас, нормально? Мы выходим на пляж, на дюны. Хочу полетать немножко. Ну и вот вам с этой дюны вид на весь праздник жизни. Сегодня муха подарит вам просто массу впечатлений. Полет получился просто вот такой. Очень много мест, в которых можно прикупить еще по пути еды. Есть бассейн, прыгалки. То есть для детей ваших здесь развлечений целая куча. Также для взрослых есть бары. Стоимость, допустим, посещения вот этих аттракциончиков 500 рублей 30 минут, либо 1000 рублей весь день. Можете прийти купаться без остановки. Люди пользуются, детям нравится. Это у нас развлекают детей на пляже. Вам пенная школа и любимая их развлекательная игрушка. Как она? Кисси Мисси. Напишите, как стыкать, и она называется. И людям нравится, и дети повторяют с удовольствием. А здесь эти пены наделали им целую кучу. В общем, все развлечение в одном. Она по Витязева вас ждет, ребята. Будете тоже дрыц-тыц делать. Полиция, которая нас бережет. Переодевалочки есть, мусорки есть. То есть все условия созданы. Песок, вот знаете, в этом году как никогда. Чистый, приходишь на пляж. Честно, прям очень приятно. И мусор. Молодец. Вот так вот. Лежаки были изначально по 500, сейчас уже здесь по 400, туда дальше можно снять по 300. И, дорогие, мы выходим на центральный пляж. Прошу вас не удивляться, на нем всегда очень много людей. Если отойти туда в сторону, там, конечно же, народу будет поменьше. Ну, люди отдыхают, получают удовольствие по полной программе. Вот это вот не знаю, что такое. Выкопали. Ребята, не оставайтесь, равнодушно передайте дальше по плитке. Вика потерялась, 12 лет, объявляет, еще пытаются ребенка найти. Ушла купаться давно-давно. И что-то не видно. Поэтому посмотрите внимательно девочку и подведите ее ты, вот к причалу. Ужас, ее ждет мама. Вика, 12 лет, в полосатом купальнике. Ушла купаться. Передайте дальше, пожалуйста, по пляжу. Не оставайтесь равнодушными. Такая ситуация может произойти с каждым. Дай бог, чтобы Вика нашли. Ужас, ужас просто. Волны поднимаются и говорят, что все подходили поближе к берегу, друзья. Хотя желтый флаг – это предупреждение о том, что купание разрешено, но с ограничением. Те, кто уверен, умеет купаться. Те, кто не умеет, не купайтесь лучше. Мы же проходим свободно, честно, в более такой высокий сезон здесь
совершенно даже не пройти, потому что приходится переступать через людей, а сейчас есть даже дорожки, по которым можно двигаться, дорогие мои друзья. Люди на отдыхе, людям очень хорошо, и, в принципе, себе найти местечко здесь тоже можно еще. Хотя, честно, я любитель, допустим, чтобы людей было поменьше, но каждый всегда выбирает именно свой отдых, тот, который ему больше подходит. Такие дела. Вот оно море, ждет вас, как всегда. Вот они люди, солнышко, и все, все хорошо. Как вас зовут? Передаю привет бабке девушке. Молодцы, хорошего отдыха, ребят. Температура воздуха моря 32,3, хотя максимально сегодня было обещано 26 градусов. Сейчас замеряю водичку и поймем с вами, насколько здесь прекрасно и хорошо. В море есть немножко водорослей, плюс идет волна. Вода не кристально чистая из-за этого. Но это все, как говорится, мелочи жизни. Самое главное – получать удовольствие от купания. А люди сегодня этим занимаются в полной мере. Чего я всем тем, кто к нам приезжает, советую искренне от души. Я сегодня купался с утра. Для меня прям из-за ветра показалось очень прохладно. Но за таким количеством людей на пляже оно вообще как бы не продувается. Еще раз, смотрите, ребят, ходите в пустынные пляжи. Можно пойти в ту сторону, от пирса пройти немножко, либо в ту сторону, и вы найдете места, где практически не будет людей. Хотя уже пик сезона, наверное, пляжи будут более-менее везде загружены. Это, в принципе, хорошо именно для тех людей, кто зарабатывает сезон. Итак, мои дорогие, температура воды, смотрите, обновляю, она не падает.
5,3. То есть водичка просто супер. Всем пока-пока. С вами был Юрий Азаровский. Приезжайте, отдыхайте. Такие вот шикарные варианты именно в середине сезона вам предлагаю. Хорошего отдыха, ребят. А как